Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить очень необычный литовский салат со шпротами. Первым делом нужно поставить варить яйца. А пока они варятся, займемся остальными ингредиентами. Порежем кубиком огурец. Добавим банку кукурузы. Следующим ингредиентом будет сыр. Потрем его на крупной терке. Яйца сварились, я их порезала, отправляю в салат. Очередь самих шпрот. Слегка их порежу. Остался последний ингредиент. Это, конечно же, лук. Какая рыба без лука? Все ингредиенты подготовили, осталось заправить майонезом. Салат очень необычный, но вы даже не представляете, насколько он вкусный. Он очень нежный, хрустящий, очень свежий. А шпроты придают такую изюминку.